بسم الله الرحمن الرحيم. 18 урок. Прежде чем начнем читать учебник, хотел бы взять одно правило. Называется оно 5 глаголов. Аль-Афаль Хомса. В арабском языке вот спряжение глагола в настоящее время есть 5 глаголов или 5 лиц глаголов, у которых есть как бы одинаковые черты. Первое. Это они двое. Да, вы двое, они мужской род, вы мужской род, и ты женский род. И вот они примеры. Допустим, ядхабани, тадхабани, ядхабуна, тадхабуны или тадхабина. Любой глагол здесь можно вставить. Главное, чтобы вот эти вот они двое, ядхабани, вы двое, тадхабани, они нужно слово мужской род, ядхабуна, и вы нужно слово мужской род, тадхабуна, и ты женский род, тадхабина. Теперь смотрите, вот в этих любой глагол, который придет в этих 5 лицах, у него будет следующая особенность. Смотрите, правило 5 глаголов. Первое. Вместо дамы у них буква Н. Вместо дамы у них буква Н. Хотел бы напомнить то, что глагол мубария в настоящее время, мы говорили то, что была такая тема построения глагола в настоящее время. Самый последний пункт, 4, там говорилось. То, что на конце надо ставить даму. Так вот, у 5 глаголов нету дамы. У них вместо дамы нун будет заменять даму. Дальше. Это первое. Второе. Вместо фатхи и сукуна удаление нуна. Вместо фатхи и сукуна удаление нуна. Почему именно фатха сукун здесь говорится, а не касра? Потому что у глагола, возможно, из 4 харакатов, да, фатха, касра, дама, сукун, только 3. Это может быть дамма, может быть фатха, может быть сукун. Касры не может быть у глагола. Никогда, до судного дня. А у исма из 4 аркатов тоже возможно 3. Это фатха, касра, дамма и все. Сукуна нет у исма. Сукун в итоге у нас это харакат, относящийся только к глаголу. И касра это харакат, относящийся только к исму. Дальше смотрите пример. Вместо фатхи сукуна удаление нуна. Иными словами. Если перед глаголом, одним из 5 глаголов придет предлог, требующий фатху, или да, то придет предлог, требующий фатху, то у 5 глаголов нун удаляется. Или, допустим, перед ними придет предлог, который требует сукун, перед ними, да, то с конца нун тоже удаляется. Пример. Вот пример у нас идет на фатху, когда вместо фатхи идет удаление нуна этого. Абтулябу юридуна ам яджлису. Студенты хотят сесть. В данном случае смотрите. Ан у нас это харф у нас бинламазда, да, предлог фатхи и сукуна, он требует фатху. Но так как после него пришел один из 5 глаголов, здесь просто нун удаляется. И ставится вот этот алиф. Ставится вот этот алиф рядом с действующим лицом. Дальше. Второй пример. Аль-Муслимун, Алян, Ешрабу, Ильхомба. Мусульмане не будут пить спиртные напитки. А в данном случае Лян, Ешрабу у нас будет. Лян, это тоже один из предлогов, требующий факт, он будет позже у нас. И в данном случае Ешрабу у нас нун удалился с конца, потому что здесь вместо фатхи удаление нуна. Дальше. Этот пример. Примеры два примера на сукун вместо удаления. Например, вместо сукун удаление нун идет. Пример. Антум лям та талябу. Вы не играли. Они, лям позже у нас будет. Лям переводится не. Это предлог приходит перед глаголом в настоящее время, где будет вместо сукун. Как видите, должно было быть талябуна, но так как пришла лям, становится лям талябу. Нун удаляется. И второй пример. Абталибани лям ядруса льяума. Два студента не учились сегодня. И опять же, лям ядруса не должно было быть, но так как это один из 5 глаголов, вместо сукун у него удаляется нун. Вот такое вот небольшое правило. Открываем учебник. Хамид говорит лизауджатихи своей супруге. Айна туридина антадхаби. Вот нужный момент. Баала салатиль аср. Куда ты хочешь пойти после намаза аср? Айна у нас будет вопросительный предлог.
Туридин – это у нас глагол, я у нас файл, ан тадхаби, ан у нас будет харф, у нас бин мамазда. Дальше. Харф у нас бин мамазда, тадхаби – это у нас будет фиаль мудоря, его файл удален, вернее файл я, вот здесь. И как видите, нун удалился. Почему? Вместо фатхи, так как ан требует фатху, но это один противоглагол. Но он удалился вместо патхи. Дальше. Антадхаби. То есть, куда вы хотите? Куда ты хочешь? Хочешь что? Пойти? Это у нас что будет? Мафор глагола туридина. И бада мудов сорок ляс ридофа мудофалей. Дальше. Уриду ан азура джаротана ляти заротни анси. Я хочу навестить нашу соседку, которая навестила меня вчера. Уриду глагол фиаль мудори фиаль удалён ана. Ан у нас будет харф, у нас бин мамаздар. Дальше азура, это у нас будет фиаль мудори фиаль удалён ана. И все вместе я хочу, что ответ навести, значит это у нас будет мафаоль. Джаротана, навестить кого ответ? Нашу соседку, значит это у нас будет мафаоль, но уже другого глагола. Это мафаоль азура. Дальше, аляти, то есть которая, то есть какая ответ, которая, значит, это будет у нас сифа. Дальше, после аляти, это у нас все джумля сыля. Аляти, аляти. Дальше, зарот, это у нас фиаль, мады, файл дрангия, ну, здесь лили ухвали для защиты глагола от касры. Я у нас будет мафауль, и анти, это у нас азар. Юмкинуки антарджи айхобляс, а юмкинуки антарджи айхобляс саляти магриби, а тебе возможно вернуться до молитвы магриб, или возможно тебе вернуться после молитвы магриб, а у нас будет вопросительный предлог. Юмки, ну это у нас фиаль мубаря, ки это у нас будет мафауль, дальше анхарф у нас бин мамаздар, тарджи ай это глагол, тарджари глагол, я у нас будет файл. И ан тарджари, это у нас действующее лицо. Юмкину. Кобля, солятель магриби, двухэтажный дофа, да. Юмкину, инша Аллах, да, возможно, инша Аллах. Юмкину, это фиаль мубаря, файл уберем здесь. Юмкину, хаза, или, допустим, юмкину, залика. Вот такое здесь действующее лицо удалено здесь, удалено за известности, и не разбираем, ча, глагол, аллаху, файл. Арджун таксили комиссия аль-абьяба ба'да руджу'ика мин инди джароти. Так, арджу это фиаль мубаря у нас, я надеюсь. Дальше, ан харф назбин мамаздар, таксили это фиаль мубаря. Я это у нас действующее лицо, и все вместе антаксили, я надеюсь на что, на то, что ты постираешь, это у нас будет мафауль. А перевод, я надеюсь, что ты постираешь мою белую рубашку после твоего возвращения от соседки. Дальше, постираешь, что ответ мою рубашку, это будет у нас идофа мафауль. Дальше, рубашку какую белую, это у нас сифа. Разные виды малика, здесь шестой вид, здесь слово салифлям, но факт, оба совпали в определенности. Дальше. Бадер у юарики, едофа, двухэтажный едофа, дар, мин, джар, а индель джар, едофа, мадрух, вместе джар, мадрух. Тут такое предложение. Саагасили умову аквыни инча Аллаху. Я поглажу ее и постираю, я пою, постираю и поглажу инча Аллах. Если Аллаху будет угодно. Сауна будет харф истихбаль. Хаист. Дальше. Агсилю фиаль мубаре. Фаль удален ана. Агсилю. Гу, вернее, это у нас будет мафауль. Ва у нас будет СП. Акуи это фиаль мубаре. Фаль удален ана. Опять же. И ги у нас будет мафауль. И не разбираемся. А глагол. Аллаху фаль. Айна туриду на антадхабу. Аль-ана я абанай, куда вы хотите пойти сейчас, о мои сыновья? Айна у нас будет вопросительный предлог. Туридуна это у нас фиаль мубаря. Вау будет файл. Ан это харф у нас мамаздар. Адхабу это фиаль мубаря. Файл. Вау.
и все вместе хотите что пойти, то значит у нас антадагаму будет на форму глагола туридуна. Аль-анадар и абнайнида. Надрабуль ана или аль-маздиди. Мы хотим сейчас пойти в мечеть. Надрабу фирай мубаря. Аль-удалян нахну. Аль-анадар или аль-маздиди джар-маджрур. Мабайда соляти нуриду анадраба или асур. Или наштери акляман мадафатир ва масатир. И после намаза мы хотим пойти на базар для того, чтобы купить ручки и тетради и линейки. Вау, у нас будет СП. Байда соляти до фазар. Нуриду у нас будет фирай мубаря. Файл удален нахну, ан харф у нас бин мамазда, надхаба, это фиаль мудоре, файл удален нахну, и все вместе мы хотим что пойти, это у нас будет на фаул магола нуриду. Или асурка джар маджрура. Теперь смотрите, у нас пришла тут лям таалиль, для того, чтобы купить. Ли лям таалиль, наштария, это у нас будет фиаль мудоре, файл удален нахну. Кляман это на фаул, купить что ответ ручки. Дальше вау будет СП и дафатира матуф на фауль акляман. Вау СП и масатира тоже матуф. И как видите, дафатира попадает под шаблон масаджит. Мафаль вернее и масатор тоже. И это у нас слова мамнуа мин сарф. Они будут без термина и не запрещены касты. Не сакасты фатха. Дальше. Айна зумаля укум. Где ваши друзья, одноклассники. Айн у нас будет хабар, зумаля, укум, идофа, муптада. По поводу правописания, это отдельная тема будет. Смотрите, вот допустим, зумаля, ук, если вы помните, отдельное слово пишется гамза на строке. А здесь оно уже пишется буквой вау. Почему? Эта тема будет разбираться отдельно, после того, как я запишу 4 тома, я буду разбирать правописание. Иншаллах, там найдете эти все ответы. Пока подождите. Дальше. Маджа ульяума лизьяратикум каадатихим кулля усвуай. Не пришли они для вашего визита, как каадатихим, да, ада это традиция для обычаев, как по их обычаю, каждую неделю. Ма у нас будет отрицательный предлог. Джаа это у нас глагол, вау фаэль будет. Альяума это у нас варф, ли джар зьяратик нудофа маджур. Опять каджар, адат и идофа маджрур, кулля усбуай идофа дар. Ароду аньядхабуль яума или аль-мудхафи. Они хотели сегодня пойти в музей. Ароду это фиаль мубаря, а вернее это фиаль мады. Уа у нас будет файл. Ан харфу нас бин мамаздар. Ядхабу это фиаль мубаря. Файл у нас здесь будет вау. И все вместе они что хотели пойти, это у нас будет на форму глагола ароду. И аль-мазар или аль-мутхафи джар-маджрур. Я банати. Аналь-ана азхабу или аль-мустащфа ли айядати сальма. О, мои дочери, я сейчас пойду в больницу для визита сальмы. Я банати. Это у нас не да. Ана у нас муктада. Аль-ана дар. Азхабу фиаль-мугоря. Фааль удалян ана или аль-мустащфа джар-маджрур. Лиджара Айяда Кисальма Идофа Маджрур. И все вместе джумля фирали Адрабу или Аль-Мустачвали Айяда Кисальма. Это у нас будет хабар Мухтады Ана. Атуридна Антадхабна Маи. А вы хотите пойти со мной? А у нас вопросительный прилог. Турид это будет глагол. Мунфаи. Аш Анхарф у нас бин Мамазда. Тадхабна. Это у нас будет фиаль Мавария. Мунфаи. И все вместе Антадхабна. Ее глагол это будет Мафаул глагола Туридна. Маи идофа лар. Они отвечают на амда. Это у нас ответный клинок. Мада туридна антахудна ляга. Что вы хотите взять для нее? Мада это у нас будет мафауль. Туридна. Турид это глагол. Он будет фаэль. Ан. Это у нас будет харфу назмину маздар, тахуд это у нас будет фиаль мугаря, фааль нун, и все вместе антахудна, хотите взять что ответ? Хотите что ответ взять, это у нас будет мафауль, ляга джар манджурур. Здесь получается, что уже два мафоля появилось, потому что маза как бы тоже мафауль. Можно его сделать вопросительным предлогом просто. Или
Допустим, где можно сделать его джумля фиали, сказать мада мухтада, и все это остальное джумля фиали хабар. Дальше нуриду анна худа, ну, Аллаху а'лям. Дальше нуриду анна худа ма'ана ульбата аль-хальва хадихи. Точку делаем. Мы хотим взять вместе с нами пачку сладостей этих. Нуриду. Это фиаль мубаль, фаиль удален нахну, ан харфу нас бин ва масдар. Нахуда фиаль мубаль, фаиль удален нахну, и все вместе, ан нахуда. Это у нас будет афауэ, глагола нуриду. Маана идофа дар, ульбат аль халва, пачку. Хотим взять что? Пачку сладости, это у нас будет идофа мафауль, глагола нахуда. Хадии, это у нас будет сифа, это новое правило. Смотрите. Исм ишар, гада, гадиги, потом залика, потом тилька, уляйка, гауля и т.д. и т.п. Будет сифа, если придет после. Первое, после имени. Ну, допустим, вот так. Джа Мухаммаду гада. Пришел Мухаммад это. Да? И гада у нас в данном случае будет сифа. Или фатимату хадиги бинту ясирин. То есть фатима это дочь Ясира. И здесь хадиги тоже у нас будет сифа. Дальше. Второе, если мишар будет сифа, если придет после идофы маарифа. То есть любой идофы маарифа. Их у маарифы 5 видов. Поэтому любой может быть. Дальше смотрите. Фасуль хашимин. Хаза Васиан. Класс Хашима этот просторный. И фасуль Хашима Муктада. Хаза у нас будет Сейфа. Потому что пришло после идов Маифа. И Васиан будет у нас хабар. И даже вот если вопрос задать, смотрите. Давайте первый пример вернемся к первому. Где Мухаммаду надо? Пришел Мухаммад. Какой? Ответ этот. Подходит, да, по вопросу, какой мы говорим, что Сейфа отвечает на вопрос такой. Или Фатима Тави Бинту Ясири. Фатима дочь Ясира какая? Ответ это. То же самое здесь. Просторный чей класс, вернее так, Хашима класс, какой? Ответ вот этот, да, он просторный. Дальше. Уриду китаба нахуй гада. Я хочу книгу грамматики эту. Дальше. И в данном случае у нас китабу нахуй тоже это идофа маарифа и гада будет сифа. То есть хочу книгу по нахуй. Какую? Ответ эту. Вот такое вот правило небольшое. Инна Сальма тухибу хадихи аль-халва касиран. То есть Сальма любит эти сладости сильно. Инна у нас будет харфу таукиди ва насби. Хатин сокращенно Сальма это будет ее исм. Тухибу это любит. Это у нас будет глагол. Фа'алюхия. Хадихи любит что эти. Это будет он хадихи мафауль. Халва это бадаль. Хадихи. Касиран не разбираем. А это у нас мафауль мутляк. Возьмите что-то там. И все вместе с Тухибу Хадиль Хальва это будет хабар инны. Атуридна антахудна шей ан ахара. А вы хотите взять что-нибудь другое? А у нас будет вопросительный предлог. Турид это фиаль мубаря. Нун удален нун файл. Дальше ан харфу насбину маздар. Худна тахудна. Тахуд это фиаль мубаря, фааль на. Дальше. Потом все вместе. Вы хотите что ответ взять? Значит, ан тахудна это будет у нас мафауль, глагола туридна. Потом, вы хотите взять что? Ответ что-нибудь. Чай анда, это у нас будет мафауль, уже глагола тахудна. И смотрите, что-нибудь другое, да, какой ответ другой, это у нас будет сифа мафауля. Нуриду аннахуда хадихи аль-маджаллата ва хадзи аль-китаба ва хадзи аль-малябиса. Мы хотим взять этот журнал, эту книгу и эти вещи. Нуриду фиаль мубаля фааль удален нахну. Ан харфу насбин ва масдар. Нахуда это фиаль мубаля фааль удален нахну. То же самое и все вместе это у нас будет мафауль. Глагола нуриду. Хади у нас будет мафауль опять. Хотим взять что? Ответ хади. Значит хади будет мафауль для глагола нахуда. Дальше аль-маджалят это у нас бадаль. Потом ла будет у нас сп. Хада будет у нас махтуф. Аль-китаба это бадаль махтуфа.
Хада вяжется на гадиги. Дальше вау СП, гадиги опять матуф. Потом у нас аль-маля биса, это у нас будет бадаль матуфа. Арджу аль-ля та'худ на гадиги аш-я'а куллаха. Фаинна аль-муфташфа ла тасмаху бидухули аш-я'а кафиратин. Я надеюсь, что вы не возьмете все эти вещи. И поистине больница не разрешает входу многочисленных вещей. Или большому количеству вещей. Арджу это фиаль мавари фаль бульон ана. Алля. Это вот что-то новенькое для вас. Смотрите. Алля. Переводите, чтобы не. Она состоит из ан. Харф у нас бин мамаздар. А также отрицательного предлога ля. И вот все вместе пишется вот так вот. Алля. Так. Алля, в итоге скажем так здесь. Арджу это у нас глагол, первый мулэр, фаан бинон ана. Ан, скажем, харф у нас бинон мазда. Ля отрицательный предлог. Так будем разбирать. Тахуд это у нас фиаль мулэр, фаан у нас на. И все вместе. Ан ля тахудна. То есть я надеюсь на что ответ, что вы не возьмете. И это у нас будет мафауль для глагола арджу. Дальше. Что вы не возьмете, что ответ эти. Это у нас будет мафаул для глагола тахудна. Дальше аль-ащияет слово с алифлям после сучара бадаль. И куляга. Пока этого не знаете, это у нас едов по толки. Толкит мафауля. Толкит бадаль, извиняюсь. Потом возьмем третий том. Дальше фейнер мусташва. Фауна будет соединительный предлог. Инна харфу толкиду у нас пхатэм. Дальше. Мусташва это будет исам инны. Ля отрицательный предлог. Потом ясмаху это у нас фиаль мудария. Фаалю галингуа. Биджар. Духули. Мудов. Ашья а. Это мудов. Илихи мамна. Мисар мисакасты фатхи. Фатхи все вместе. Идофа будет маджрура. И смотрите. Не разрешает входу вещей многочисленных. Вещей каких? Ответ многочисленных. И это у нас будет сифа слова. Ашия. Сейчас вы спросите, а почему? Вроде бы так посмотреть, здесь идет несовпадение. Цифры мансуб должны быть с одинаковым в четырех, да, род, число, определенность, неопределенность, а также харакат. Здесь слово кафир один тамарбут, а слово ашия нету тамарбута. На взгляд можно подумать, что это не цифра. Ответ это цифра. Дело в том, что ашия вещи. Это что-то неразумное в множественном числе. А у неразумных в множественном числе что? Будет женский род единственного числа. В итоге сифа в нужном роде пришла у вас. Кафирати. Единственное число женского рода. Все ровно здесь, все правильно. Дальше. Айна хадиджа ту ва аиша ту ва умму кульсумин. Где хадиджа аиша и ум кульсум? Айна хабар хадиджа мукта. Хадиджа ту муктада ва эспе аиша ту. Это ма ту. Ва эспе умму кульсумин. И дофа тоже ма ту. Дальше. Айоридна ан ядхабна ма'ана, они хотят пойти с нами. А вопросительный предлог. Айорид это у нас будет глагол. Ну фа'иль. Ан харфу нас бин мамаздар. Ядхаб это глагол. На фа'иль все вместе. Ан ядхабна это у нас будет мафауль для глагола айоридна. И все вместе. Потом ядхабна это у нас будет идофа зар. Они говорят ля надри айнагунна. Азунну аннагунна ма раджа'на мин аль-мадрасати. Одна из дочерей отвечает, я не знаю, где они. Да? Ля у нас будет ответный предлог, отрицательный предлог. Адри это фиаль мудоля, фааль удален ана. Дальше айна это у нас будет хабар, и гунна будет муктада. Вы смотрите, я не знаю, что ответ, где они. Значит, айна гунна это у нас маленькая дюмля и смея. Будет мафауль для глагола адри. Дальше. Азунну анна, да, так, азунну анна гунна ма раджа'на мин аль-мадрасати. Я думаю, что пусть они не вернулись со школы. Азунна это фиаль мудария, фааль удален ана. Анна это у нас будет харфу талкиди у нас, би гунна будет юрисом. Ма у нас будет отрицательный предлог. Дальше раджа'на это у нас глагол на фааль. И мин аль-мадрасати джар маджрур. И все вместе глагольное предложение
Мараджани Мадрасати, это у нас хавар Анны. И все вместе, я думаю, что ответ, что поясни, они не вернулись из школы. Это значит, у нас будет мафаулем для глагола «обломно». Начнем. Хайя бина я банату. Отец говорит, давайте с нами, о дочеря. Хайя, это у нас будет «исм фиаль». Попозже его возьмем, что такое симфиаль, пока не будем разбирать. Вина, дерма, юру, я банат, не да. Так, домашнее упражнение. Первое, все с харакатами. Так, второе, все с харакатами. Второе по составу. Так, давайте, пятое по составу. Третье. Устно не надо, четвертое. Прочитайте, переведите. Это мы брали уже то, что после глагола народа и юриды приходит ан и глагол в настоящее время. Потом пятое. От вас требуется писать глагол я в гробу в нужном лице. Дальше. Шестое. Писать любой подходящий глагол в настоящее время в нужном лице. Седьмое. Здесь идет обсуждение по поводу глаголов настоящего времени, да? Ну, в принципе, вы все знаете, просто здесь как бы таблица пишет на арабском. Смотрите. Он говорит, фиаль мубория, я на рабу. Его признак того, что в положении рофа, да, а рофа это положение слова с дамой, будет, то есть признаком здесь будет дама. Да, что в положении рофа, дальше я загабуна, так как из пяти глаголов, значит, что признак рофа здесь будет нун. Тадгабу здесь опять же дама. Потом у нас идет аль-мубари аль-мансуб, то есть глагол настоящего времени с фатхой, да, его признак насба, то есть насба это положение слова с фатхой, будет здесь в данном случае патха. Это знаете, а вот тут уже я загабуна, видите, нун удалился, почему? Потому что один из пяти глаголов. То есть признаком насба будет удаление нуна. Дальше тадгаба опять фатха. И тогда это побрали мы это. Вот здесь чуть-чуть новое. Интересно то, что глагол тадгабна. Смотрите, он говорит мабни. Глагол на настоящее время тадгабна или ядгабна, он замерзший. А настоящий харкат не видим у него. Он всегда без изменения. Запомните, тадгабна и ядгабна, это у нас будет мабни. Так, дальше. Восьмое. Аля, это состоит из анля, мы это уже брали. Дальше 9. Ка это предлог джар, мы его тоже брали. Новые слова. Наток.